пелимогония, желтые акации, несколько видов сирени, кедры и туи. Эти насаждения пополнили сегодня коллекцию возрождаемого ботанического сада имени Жилибера. В 2009 году такую идею предложила жительница Гродно Наталья Конюк. Начинание поддержали городские власти и неравнодушные гродненцы. Горожане стали приносить растения, а коммунальные службы помогали их высадить. За 7 лет сад имени Жилибера увеличился на 150 деревьев и кустов. Здесь уже посажены два тюльпанных дерева, два пробковых дуба, амурский бархат, так называемая одна из разновидностей пробкового дуба. Здесь посажены лиственницы, 11 деревьев и кустарников, среди них псевдоцуга. И есть много спирей, бересклетов. В уникальной коллекции Жана Эммануиля Жилибера были также цветы и экзотические насаждения. Редкие и прихотливые виды располагались в оранжерее. Подобно ботанику, Наталья Конюк выращивает манговое дерево, маракую, авокадо, катальпу. Но все в условиях своей квартиры. Однако она надеется, что наступит время, когда эту экзотику можно будет пересадить в оранжерею, и ботанический сад предстанет в своем прежнем виде.